Вот такая погода, ребята, с 20 числа. А сегодня у нас 26. День добрый, уважаемые зрители, с вами Владимир Жуков и канал «Мир своими глазами». Ну, давайте посмотрим, что мне удалось сделать здесь за эти 5 дней. Вот, обложил утеплителем. Верх не стал докладывать. Пусть крыша дышит. Ну, заметно теплее, конечно, стало. Можно даже одной газовой горелочкой подогреть. Устроил стол откидной. Есть пока занято. На цепочке. Это шайба гровер. Кто-то старался, дело на работе. По наследству осталось. Удобно, раз его сюда, место свободнее. Скамеечку небольшую. Ну и шикарный диван. Даже цари позавидовали бы. Здесь у меня остаток остался еще от утеплителя. Вдвойне сложил его здесь. Значит, замечательно. Сегодня ночевал первый день на Фанзе. Все в палатке было. Ну, палатку уже сложил. Сегодня будем отчаливать. Ну и порыбачим. Возможно. Все это пригодится. Для двоих самое то. Полочки, еда. Тут у меня в бочке запасы есть. Да что, жить можно. Вкратце так. Печки хватает. Ну, у меня фазенда демисезонная, так сказать. Весна, осень. Зимой, конечно, с этой печкой не вышли. Ну, зимой здесь сидит ничего, если честно. Там у меня инструмент. Еще два баннера есть. Если что, на следующий год подлатаем крышу. Ну, вот такой чудо-домик получился. Погода, конечно, подвела. Погода подвела. Слушай, дожди, дожди, дожди. Кое-как полы-то закрыл, доски напилил. Там часов 8 не было, но... по времени дождей, и в это время успел напилить. Ну что ж, будем прощаться, ребята. Всего хорошего. Буду на стройплощадке наводить порядок. Здесь у меня типа летняя кухня. Здорово выручила. Здесь палаточка стояла. Но здесь у меня сушатся дрова пока. Пока есть ветер. Чемпион мой. Молодец, безотказно работает. Ну, второй уже сезон. Хорошая пила. Главное следить, чистить вовремя. Тут немножко откидной механизм капризничал. Пришлось разобрать. Зацепка вылетела. Но восстановимся путем. Так что буду собираться, ребята, готовиться. Всем пока-пока. Для вас работал Владимир Жуков и канал «Мир своими глазами». Всем удачи, успехов, занимайтесь спортом, рыбалкой. Пока-пока.